Внимание, на старт. Все лошади в боксах. Дан старт третьей скачки. Приз Crimson Bee для кобыл 3 лет чистокровной верховой породы. А скачку повела Флэми. За 32,3 секунды пройдено 500 метров дистанции. Скачку ведет Флэми под управлением жокея Артема Иванова. Скачку ведет 6-й номер Флэми, на 2-м месте Элида, далее Добби. За 30,6 пройдено 500 метров дистанции. Скачку оторвано ведет Флэми под седлом Артема Иванова. Далее Элида Добби. Седьмой номер Грейси осталась в боксах, не вышла. В скачке не участвует, а скачку ведет Флэми. К ней пытается подъехать Элида. За 33,6 секунды пройдено 500 метров дистанции. Скачку повела Элида под седлом мастера жокея Нафикова Марата. Далее Флэми и Добби. Элида, Флэми, Добби. Лидеры третьей скачки. Участники скачки на финишной прямой. Скачка на приз Crimson Bee. Выигрывает скачку 2-й номер Элида под седлом мастера жокея Нафикова Марата. Далее финиширует Флэми, Кумпарсита и 3-й номер Добби.